Так, подожди, я еще не залез. Залазь. Во. Так, ты кем играть будешь? Не знаю, даже сейчас подумаю. Ну давай, Майка. Так, тогда я Леонардо. Ну ладно. Хочешь. Че, а давай А будем играть или Б? Там, где друг друга лупить нельзя. Б будем. Ты что, будешь записывать или нет? Да, я уже записываю. Больше третий. Третий всем нравится, потому что графон лучше. Не, мне из-за этого ударов тут вниз был. И суперудары умекали. Да, ну на эти суперудары это, жизнь тратится. На графон вообще не клево. Я даже разницы особо не вижу. Зато игра в разы сложнее. Чем сильнее. Не, ну когда ты знаешь, как играть, когда ты эту игру проходил несколько раз, то да, это веселее, а когда ты в первый раз играешь, на это... Да, да. Я в детстве даже... Такой дикий щелчок по носу. Мексиканцы. В детстве так это вообще был хардкор непроходимый. Да. У меня, кстати, вот это... Если опять-таки говорить о киномане, я вот ни разу не встречал такой версии, где Шреддер был неубиваем. Я один раз только встретил вообще, фиг знает кого. Ну, попозже, короче. У меня самый первый кассет был от трех игрок. Нормальный. Не знаю, мне несколько раз попадал в третьей части, и везде Шреддер вполне... Ну, я до Шреддера не помню. Не, ну мы тогда тоже в те времена не доходили, но потом, естественно, научились. Карточки-то оставались. И вот когда я вот смотрел его слоника, скажем так, слоника, я вот это, вот, про Ниндзя Гайдена я как бы знал, я тебе говорил, я его проходил. У меня был схожий карточ. Картинка другая, но суть та же. Вот, а вот когда он про черепашек начал говорить, вот тогда я действительно был удивлен. То, что у нас какой-то неубиваемый Шреддер был. Ну, у меня была такая 7 игров. 9 жизней. А, да, кстати, вот он еще говорил, что там у него какая-то 7 игровка была, которая есть типа у каждого четвертого геймера, всегда уважающего. Или как. Не, нет. У меня тоже не было, я ее тоже впервые увидел. Легкая игра? Какая? Вот это? Я бы не сказал, что она легкая. А? Мне легче вот эту играть, чем вторую. Ну, не знаю, кому как. Она определенно веселее, она менее однообразная. Здесь больше приемов, больше врагов, больше боссов. Ай, блин. Ну, туда я. Заболтался, бывает. Да, и здесь больше тормозов. Ну какой ты что-то графон? Всех убиваешь, до меня никто не доходит даже. Графон-то какой-то, блин. Да, срузис прям. Ассасины отдыхают. Так, так, мне сейчас пофиг, я иду в разнос. Главное, чтобы он на меня побежал. Да не, вот он когда бежит, тут надо супер делать. Ты же как супер делаешь, неуязвимый. Ай. Хайль Гидра. А вот здесь, кстати, фишка есть это. Когда вот... Да, когда полетят куча роботов, можно вниз уйти и все. И они не заденут. Че он здесь? Вот.
Бля. Забыл прям. Да, и все по мне, да. А, и все по мне. Эмулятор зависает. Одного сбил, на второго попался. Да что ты? Да, одного. Какой толк? Ай. Вот они. Вот это, да, это тебе. Избивать тебе тут. За 50 тысяч дают, что ли? Да, первый за 50. Это вообще легкотня же. Ну ты давай я словечками не разбрасывайся. Легкотня. А, блин, я про это забыл. А, не ждал, сука, да? У тебя ненадежный супер, да? Я по привычке уже этот что-то нажимаю. Просто удар там. Вниз, не знаю. Да, опять не. Я уже не помню, как он бегает. Ай, блин, пережал. Отойди от него. Вот видишь, когда, да. Когда он бегает, вот так вот его ловить хорошо. Ты же когда супер делаешь, неуязвимый. Да. А вот здесь, кстати, Бибопа Леонардо самое то добивать. Там есть одно место, где если встать, он тебя не достанет. А, что-то я помню такое, надо. Yeah. Избы вообще обожаю. Тут, кстати, еще пара трюков будет. Может, ты знаешь?
Потом, когда дойдем, покажу. Снизу это все. Сейчас этот поедет. Вот здесь сейчас. Стой, 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 иди вниз, вниз, вниз. Смотри. Не-не-не, ага, блин. Тебе надо было на этом уровне остаться. А не видишь, не надо было супером бить. Вот иди сюда, вниз. Видишь, они не могут ниже опуститься. Сейчас просто надо это найти вот место, где чуть-чуть подняться, чтобы их задевало, а тебя нет. Вот, видишь? И так, кстати, тоже в канализации в пятом уровне можно сделать. Это где именно? В канализации. В каком месте? Там, где можно вот так вот спуститься. Где вода, что ли? Да. Вот, видишь? Они меня ударить не могут. А вот этот вот может. Чё, как? И вот помнишь, ты говорил, что они не будут это тебя атаковать, пока ты не будешь на одной с ним горизонтальной линии. Вот так же и здесь. Не на всех врагов, конечно, действует, но действует. А меня нет, я в домике. Блок ставишь? Ладно. Нифига. Вот, вот. Пока он от меня, на меня отвлекается, добивая их всех. Ну, сейчас, сейчас слэш будет. Слэш, ниндзя. Слэш. Как его нормально убивает? Когда прыгает? Так же. Пиццу бери. Сейчас а пиццу будет. Твоих нет. Их будет две. Это не, на... не вторая часть. Вот классно. А меня нету. Не, 4 на 3. Ненавижу четвертую руку. Горди ты? Крот этот. Да, ты чё, крот самый легкий босс в этой игре. Да? Да. Его можно вообще без повреждений пройти. Да. Просто долго его проходить. Его зовут Дёртбэк. Не называй его крысой, да? Не, не то, что не называй его крысой. Нужно называть свои вещи своими именами. Кстати, вообще проблема, блин. А? Большинство людей не знает вообще конкретных названий, имен, боссов. Сейчас, сейчас, век, сейчас да. Век интернета, никто не мешает залезть и посмотреть. Вчера в Dendy Forever шили, ну там, вчера или позже. Вот этот трёхглазый есть же. Игра есть же, да? Что там, серийный стрелять в пулю там с главы. Митсумы Гатору? Вот на нее там опрос делали, кто самый фильм, типа на хороший босс, типа нравится больше всего. И название. Там мужик с Буддой, что-то такое, короче. Мужик с Буддой.
Да просто написали тогда первый босс, второй босс, третий босс. А потом босс. Один человек нашел название, все нормально, выложил. Туда под комментарии просто написал. А надо было спросить у фанатов оригинальной манги. Вот и все. А, еще манги еще? Ну да, игра по манге сделана. Так, да? Вверх, 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 уйди. Вот, вот здесь, по-моему, встать надо. А, тут фишку я тоже сделал. Что-то один раз получилось. Не-не, мы еще в детстве это эту фигню прознали. Что, американская легкая все? Быстро умирает. Может, японская посложнее? Да я что-то не хочу проверять уже. Раз уж начали играть, давай ж доиграем. А вроде нет, вот это самое сложное. Это, наверное, после вторых. Так. Такой еще. Может быть. Вторая сложнее. Ну, я так. А по мне это сложнее. Ай, ты куда полез? Шути. Вот эти копейщики, блин, пикинёры. Это сложнее будет, чем во втором. А в том, что не видишь, какие резкие, блин. Они постоянно этими копьями кидаются. А ты ему даже кинуть не дал её, а? Редиска. Совесть. Вань, свань, дай. Мне нравится, как это, портреты. У нас маски одинаковые. Цвет. Да. Почему-то с этим проблемы везде. С цветами. Сейчас булыжники полетят. Вот это непонятно, что такое камни, вот это, пушечные ядро, что это такое. Не спрашивай. Спроси Канами. Спроси Канами Мэна. Это, блин. Скотина. Да. Раздавить хотел. Вот видишь, а я щедрый, я ему бросить дал. Ай, блин. Прям на копье. Солью стрелю. Песком скорее. Позади. Он шампунем стреляет. Что-то тебя опять еле слыхать. Слышно? Вот сейчас лучше. Не, микрофон чуть далеко. Сидит. А мне удобно, у меня микрофон на наушниках. О! Поздравляю, тебе жизнь дали. Конец. А ты, кстати, знаешь, что вот за такие вот удары, ну, за убийство вот этим стандартными ударами дают 600 очков, а за поддевкой всего 400. А, я думаю, как ты меня обогнал? А за супером всего 200. Тот я не знал.
и бумага. У меня больше на это похоже, на хоккейную клюшку. Дай! Чем это? Нунчаки. Почему? Обычные нунчаки. Чем тебе не нравится нунчаки? Да что ты? Я подожди. Ай, блин, откуда он взялся? Здесь, кстати, хорошо ловить прям непосредственно во время атаки. Вот так вот. Ну, или так можно. Сейчас твой любимый босс будет. А вот не трогай его. Просто уворачивайся. А. Понял тактику? Ты здесь? Ау! Да. Понял тактику? Уворачивайся от выстрелов до тех пор, пока он не вдарит своей пикой в землю киркой. 3-4 удара, и я отошел. Ну, тут так просто привыкнуть ко времени. Ну и все.
Он, блин, только за тобой наверх, а ты вниз прыгиваешь. Не вовремя. Да, это, конечно, долго очень, но зато жизнь отнимаем. Да, зато жизнь при себе ставишь. Да он периодически, там он одного, там другого. Допрыгался. Да, а теперь ты можешь в разнос идти. Я замочил его. Вот и почти сравнялись, разница всего в 5000. Да, вот этот уровень. Ненавижу я его. Не то, что ненавижу, но не люблю очень. Вот они. Ясный кусь. А, видишь, танцует возле меня, там стоит. Thank you.
Любят они тебя прям по ногам бить. Вылазь оттуда, скотина. Стой. Я еще сныкаться хочу. Блин, я только хотел это. Да, вот, кстати, сейчас будут эти, как... Мышеловы, вот на них эта фигня не действует. Зато это действует, будет действовать на босса, который сейчас будет. Пицца будет перед финальным боссом этого уровня. То есть не сейчас. Вот эта фраза мне понравилась. Оказывается, она сложная? Охренеть. Хочешь, я тебя удивлю? Здесь еще есть секретный режим опций, где можно сложный уровень поставить. Это мы сейчас на среднем играем. А, это канальный код, что ли? Да. Мне надо поставить. Ну и нахрен. Во-первых, это чит, а чит это все-таки чит. А во-вторых, тут и на среднем-то пройти хотя бы. Так, сейчас еще надо вспомнить, как босса мочить. Я не знаю. Не, я знаю у него тактику. Пицца! Я у него тактику знаю. По-моему, надо ударить и отпрыгнуть сразу в сторону, вверх или вниз. Потом, могу. А, короче, бьешь и бьешь потом, да. Удар и сразу отпрыгивай. По-моему, так его мочить. Что он все время на тебя отвлекается? Более красочный. Он, видишь, после удара любит своим этим хвостом двигать. Винеть. Да. Он еще когда это, у него здоровья мало остается, он начинает звереть. Да.
Вот я. За шкирку хватает. Да, да, моргать начинает. Как ее зовут? Крокодил какой-то. Кожаный лоб. Лизерхед. Лизер. Блин. Задницы. Ай! Куда это я? Готов. А, у меня два конта. Тебе жизнь дали. А здесь, по-моему, жизни можно воровать друг у друга. Ну, вроде да. А вроде да. Вот здесь, кстати, Шреддера можно легко завалить, если... правильно, скажем так, к нему подойти. Вот проблема будет в том, что он, скорее всего, будет на себя отвлекаться. Зря я еще выпал. Зря я выпал. Плюшки. Иди-ка ты оттуда пока. Да, вот одну выкинуть. Пока, надеюсь, кстати, пока с этими разберемся. Здесь они проще, чем во второй части. Один, девять, девять, девять. Ну, у меня очки были сейчас только что. Пчелки сейчас будут. А, блин, не достал. Эпическое слоумо. Все из-за эмулятора. При чем тут эмулятор? Все из-за железа. Консоли. Не только деньги. Геймбой здесь. Спасибо. Пропустили одного. Чем нажал.
вот этот момент я не люблю. Когда вот этот, на конвейере на этом. Сейчас пикинеры появятся, тебе понравится. Будешь хардкор. А ща Разор будет. Волк этот. С ледяным дыханием. Со освежающим дыханием. Орбит. Да, орбит. Ах ты! Вот резкий будет. А, нет. Блин. Чуть-чуть хватило. Вот сейчас главное Шреддера прижать. Прижать? Куда прижать? Да, сейчас, папа-то. Фу, блин. Главное, чтобы он на меня реагировал. А мне сейчас супер не надо драться, а то не хватит. Вот видишь, его в стенке можно вот так вот прижать. И балет сюда. Балет! Сука! Иди сюда. Уйди сверху, мне его кверху надо прижать. Ты. Ты, блин, на меня отвлекайся. Мэри, болот. Да я... Вот отвлекся. Да я треть твою. Короче, хер с ним. Жизнь у нас до хрена так завалит. Особенно мне. Да потому что это, он постоянно уходит от меня. Я только хочу прижать, а он уходит. Стой, 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 стой. Уйди, 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 уйди. Во, видишь? Давай. Блин, сволочь! Ушел. Короче, в своем видео, где я проходил в одну жизнь, я тоже как раз дошел до него с одним ударом. И я его с одним ударом вот таким вот макаром прошел. Я его прижал вот так вот к стенке. Ну вот вдвоем это, конечно, не получится. Постоянно это, второго игрока будет отвлекаться. Сволочь! Две жизни у меня сожрал. Короче, посмотришь потом мое видео, там, тактику эту, забиение боссов, скажем так. Надо было догнать его, воткнуть, да, что-нибудь там. Надо было его вообще не отпускать, если уж на то пошло. Прирезать. Сейчас из-за этого проходите. Да, еще два уровня. Хотя, в любом случае, Крэнга-то все равно надо было доставать. Ай, блин! Ай. Зараза! Иди сюда, скотина мелкая. Вот чё с ней делать? Вот так вот. Зато здесь музычка бодрячком. И меня задавил тот же гад. Их надо быстрее замочить, втроем тяжело. Да и, блин, тут и... Когда они втроем, тут постоянно экран моргает. Спрайты моргают. А, блин. Не видно, где ты, где он.
трудно ориентироваться. Сейчас еще копейщики появятся. Ай, блин! Я из-за твоей лысины не видел ее. Я по тень как раз за твоей башкой оказался. Лысина. Ну а что, у тебя не лысина, хочешь сказать? Все, что ли? Мне, кстати, этот уровень напоминает это предпоследний уровень в сеговской Streets of Rage. Что-то я не... А, да-да-да. Там ты... тоже на лифте, да, поднимаешься. Да лифт вообще волнует. А ты помнишь, как этого босса отмачил? У него потому что тоже очень чётко... У него четкая тактика тоже для забиения. Его тоже можно так же, как и дёртбэга, без единого удара пройти. Сам прыгнул. Подожди-ка. Что тебе там случится? Подправ. Слышно? Лео недоволен. Сейчас он замер в такой позе с недовольной физиономией. А-а-а, еще и... Они, кстати, часто будут бегать. Так, сейчас, когда узко будет. Ты смотри, не увлекайся, ты после прыжка-то очень открытый. Можешь и люлей отхватить. Спокойно. Да похер нам на тебя. Да, вот особенно с этими опасно, они же с ноги могут бить. Как там реакция у этого мужика-то была, который тебе показывал? У тебя такая же сейчас была. Сейчас, подожди. У меня отсоединяется, блин. Слишком Боже. Много пауз у нас в этом видео будет. Три раза. Четыре. Ай!
Блин, что-то у меня здоровье будет нахренное. А здесь пиццы не будет. Да? Да. А, блин. Так что мне теперь вопрос выживания. Фак. Фак! Ну ладно, у нас еще канты есть. Хотя, конечно, не хотел бы до них доходить. Летающая казарма меня бесит. Кстати, звук этой казармы не узнаешь? Это звук поднятия последнего босса по второму ЧПДЛ. Да? Да, он поднимается с таким же звуком. А, да, ты тут железный тут. Да. Есть, потом. Скорее всего, он просто похож на это не тот же звук. На этот раз боевыми стреляют, а не холостыми. Да. Врагов? Ну, потому что конец уровня. Еще один уровень. Да, потом последний. Так, мне бы сейчас самому вспомнить, как босса мочить. Там у него четкая тактика действий. Просто нужно знать, как это реагировать. А мы здесь. Вот дурак. Да сколько вас там? Бесит, блин. Слишком много. Да я раскатался тут, блин. Что делал? Сейчас, блин. А, вспомнил. Когда он так делает? Да. Как он что-то часто делает? Три раза он будет делать. Сейчас он щитом вверх-вниз, вверх-вниз побежал. Так, давай его сейчас завалю, а потом ты воскресишься, скажем так. Вверх-вниз, вверх-вниз, побежал. А он все на тебя отвлекается. А я не появлюсь случайно? Нет. А, нет, ему. Херня. Давай мочи. Но он не бежит на меня, что я могу сделать? Вот дебилы. Ай, блин. Ты, каннибал. Мы же панцирь. Черепахи, ёбжешь, блядь. Каннибал в панцире. О! Ай! Вверх, вниз. Да,
Ах ты! Ногами топаете, что-то деловой. А, заморгал. Недолго остался. Ой, блин, нахрен я прыгнул. Ай! Все уж, давай. Сейчас, тихо, тихо. Самое забавное, я бью ему по шипам, по спине. Ладно, сейчас в следующем уровне попробуешь воскреснуть. Так, сейчас что-то... Уи! Давай, что-нибудь. О! Скоммуниздил одну у меня. За 300 тысяч тебе, по-моему, дадут жизнь. Да-да-да. Набивай. Я ненавижу. Идите. Чё это нормально? А, 4. Вот тебе повезло. Я уже и забыл про них. Я тоже. Но как только увидел, сразу вспомнил. А ты уровень не помнил. Ну, мне еще одну жизнь дали. Живем! Когда я записывал как раз, этот последний уровень был самым главным камнем преткновения для меня. Да, выбрось ее за экран, пока с этим разберемся. Не, одну оставь. Не, просто это, пока другая как раз вылупляется, можно с одной разобраться успеть. Да, пока дойдет. Да, а то эти, когда к четвером, сложнее будет. Все равно тыкнуло. Да, вот сейчас они. А! Ну все, можно супером. Смело.
Да, только за супер дают меньше всего очков. А пиццу ты не увидишь за следующим колом. Тебе она уже и нафиг не нужна. Бери жизнь-то. Пицца моя. Блин, что ты творишь? Молодец. Супербар. Запрыгнем. Сейчас босс будет. Тут камень. Мочи его. После него нам пиццу сразу дадут с очком. Это я точно помню. Только я не знаю, на двоих дадут ли нам две или одну. Блин! Он даже не моргает. Ништяк. Теперь надо до пиццы дожить, потому что ее не сразу дадут. А тебе 8 тысяч надо набрать. Ай, блин, еле ушел. А, сволочь. Ты давай не зевай, а то ты до этих 8 тысяч до не доживешь. А я по времени. Теперь можно взять. По обоим прошли. Прожу поиграть. Ну, сейчас это, будут вылупляться это, сверху, там, из стены такие маленькие колобки. Они, по-моему, по 1000 будут давать. Вот на них как раз можно набить тебе оставшиеся деньги. Молодца. Так, у меня, грубо говоря, 3 жизни, у тебя 2. То есть 5 жизней у нас. Ну, в принципе, должны справиться. На тебе в харю кнутом. Ай, я вас всех, блин, отобью. Ирискомет это называется. Как? Ирискомет. Ирисками стреляет. Почему ирисками? На, вот эти придурки стреляют. На ирис похож. Польки. Кому как? Кому чего? Акробат хрена. Как они так катятся? Невозможно. А. Они фанаты Соника, поэтому они так катаются. Ну,
Скоро Хрэнк будет. Вот когда он будет, отойди вниз. Я просто хочу, чтобы он на меня среагировал. Сразу. Да. Главная проблема Крэнга, это когда он разделится. Вот. Да, вот эти вот ножки прыгучие. Я реально ничего не могу делать. От ног только уворачиваться, по ним бить бесполезно. Надо бить по башке. Ну. По телу, скажем так. А! В спину бьют. Кидаются. Так, вниз, а сюда. Кто-то будет? Сейчас Крэнг будет. А, да. Сейчас отойди вниз, я надеюсь, он все-таки на меня среагирует. Ай-ай-ай-ай, нет, уйди. Блин, сволочь. Короче, похер. Спамит. Да он, видишь, он то на одного, то на другого. Тут, ну, двоих нереально, конечно. Его можно в угол, его в угол можно зажать. Там, вот, видишь? О, классно, давай зальем. Да, ну видишь, он на тебя отвлекается, идет уже на тебя. На двоих это нереально было. О, поперло он. Оп. Вниз уходим, а то ноги уже к нам подобрались. Ноги хитрые. Да, вот. Все, он собирается, значит. Значит, у него жизни мало осталось. Ладно. Добьешься? Попробую. Так, будешь у меня жизнь воровать или нет? Как хочешь. Ну, давай, не буду, давай лучше не буду. Ну ладно, я постараюсь. Я лично не знаю, как убивать. Не, я просто него... потрачу сейчас и все. Не, у него вот, у Шреддера есть тактика. А, ну вот еще одну жизнь мне дали. А, давай возьму тоже. А, так что я не знаю, стоит ли или нет. Так что на двоих, конечно, то он опять на тебя отвлекаться сейчас будет. Да, а, сейчас. Так, потом еще будет. Сейчас, сейчас я постараюсь. Вот видишь, вот главная проблема — это телепортация. Он может телепортироваться, потому что ровно в то место, где ты стоишь. Вот видишь? Давай возьму пока. Тихо. Есть. А, подожди, нет, все. Давай еще. Если бы я сделал третий раз, я попал под молнию. Фак. Еп. Так, не бери у меня жизнь, мне запасная пригодится. Фак. Ну-ка. У него же еще этот есть шарик, который тебя в маленьким делает. Этот. Вот он. Да? А, да. Я про него и забыл. О, уже моргает. Тихо.
Ну все уже. А теперь все. Я выйти не могу. Уже все, уже не можешь. Ну, главное, без контов прошли. Ебать, как я в прошлый раз прошел на одной жизни, я вообще в ахуе. Я это повторять больше никогда в жизни не буду. Просто там под конец это удача 80 уровня нужна. Кавабанга! Давай, сейчас перечисление персонажей будет. Тебе надо было Рафаэля взять. Да. Ему вот меньше жизни потратил. Донателло здесь вообще какой-то бесполезный. Угу. Не, жизни не отнимает. Ничего. У него палка длинная. Да, кстати, длина-то у него палки не такая же, как у меча. Угу. Гранд-чак. Слэш. Вот, дёртбэк. Сумка с мусором. Грязная сумка. Грязносумочный. Грязносумчатый. Разер. Не Разер, а Разер. Здесь его назвали. Супер Шредо! Ну и все. И хорош.